Здравствуйте, меня зовут Ксения, и я хозяйка дома специй «Перец и соль». Сегодня расскажу вам про легендарную сванскую соль. Наверняка многие из вас, кто был на юге, возможно, в Грузии, пробовали эту приправу. Чем она хороша? Это и соль, и приправа в одном флаконе. Чем она может вам помочь? Вы можете приготовить с ее помощью массу различных вкусных блюд. Можете просто посолить свеженарезанные овощи. Можно просто посыпать ее на хлебушек, который вы съедите с вашим воскресным супчиком. Можете взять курочку, приправить ее этими специями, запечь в духовке, и у вас получится курица с замечательной золотистой корочкой, с необыкновенным ароматом. Вы знаете, наши покупатели нюхают и влюбляются в эту приправу. Обращайтесь ко мне за секретными ингредиентами для ваших блюд.